Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего и въездного туризма подписали представители Казахстана и Алтайского края. В Петропавловске завершает свою работу 15-й форум межрегионального сотрудничества. В рамках договора планируется разработать новые методики продвижения как приграничного туризма, так и других его видов. Нам очень интересен опыт Алтайского края в сфере развития экологического туризма. Сейчас мы этим занимаемся. А потом, как свидетельствуют историки, вообще человечество произошло на Алтае. Поэтому нам, конечно, очень интересен этот регион. В мероприятии принимают участие представители 11 регионов России и 18 областей Казахстана. Туристско-рекреационный потенциал нашего региона участникам представила и делегация с Алтайского края. В рамках работы форума руководители туристических центров Восточно-Казахстанской области и Алтайского края подписали меморандум об информационном сотрудничестве. Сегодня, конечно же, подписание этого меморандума является тем шагом, который позволит нам увеличить турпоток из соседнего региона, из соседнего государства, потому что Алтайский край сегодня является тем регионом, который готов дать туристу из Казахстана все необходимое, что нужно современному туристу.